Привет всем заглянувшим! Вы на канале «Жизнь продолжается». И сегодня мы не на даче, а уже неделю в Москве по делам. А вернее, Сережа участвовал в шахматных турнирах и даже завоевал какие-то призовые места разные, в том числе и первое место. Вставлю сюда фотографии, чтобы вы тоже порадовались, его поздравили. Ну, а у меня радость, смотрите, какая. До сих пор цветет вот эта вот красавица, смотрите, какая. Я уже тут и опору ей сделала, видите, как прицепила вот к своему осветителю блогерскому. Вот. Иначе упадет. И прям особенно с той стороны красиво цветет. Я не знаю, хочется показать, но, наверное, не смогу. Сейчас попробую. Вот он, смотрите. Вот такая красавица. Вот такая прелесть. Такие огромные цветы. Вот такие. Вот. Ну, а мы вот собираемся на дачу опять. Уже все. Поливаю их. Ну и все. Сумки собраны. Здесь мой ноутбук, с которым я не расстаюсь. Уходим, уезжаем, друзья. Только что выехали. 50 километров. 20-30 приедем. Час 56 минут нам ехать. До дачи. Рябина мне так нравится здесь. Красота. Красота. Опустил, главное, говорит, можешь без меня ехать. Хулиган. Вы вернулись на маршрут. Неужели? Какая-то у тебя новая Алиса. Мы с вами снова на маршруте. Приехали, друзья. В первую очередь надо закрыть теплицу. Мы ее оставляли открытой. Так.
ничего не видно. Темнотища. Посмотрю, что тут творится. Сейчас фонарик включу, вас выключу. Доброе утро, друзья. Доброе купавинское утро. И вот нас снова не было неделю. Как нетрудно догадаться. С утра я уже с раннего вышла. Солнце. А, правильно я сделала. А сейчас что-то второй раз вышла, мне показалось прохладно. Это в тени прохладно. А у нас теплица на солнце. Я вот утром так открыла. Напеку. Сейчас все это уберу. Приберу. И вот у нас опять тут. А эти помидорки. Смотрите, вот так вот они зреют. Сначала сиреневые, почти черные, а потом начинают буреть. Вот так у нас ночью я заглянула. Ну, листья вот. Все-таки за неделю, как вы меня стращали, если бы это была та страшная болезнь, как вы сказали, фитофтора или еще что, наверное, бы у меня помидорки бы уже тоже погибли, да? А это вот, просто теплицу мы оставляли открытой, было холодно уже ночами. Ну и листья тоже начали жухнуть. Но зато помидоры зреют. Вот так вот. И Сережа говорит, кабачков полно. Притом огромных уже. Вот, огурцы тоже. О, тут вообще урожай. Урожай на славу. Пока Сережа свободен, соберем кабачки. Ну а потом я буду собирать помидоры и огурцы. А Сережа будет докашивать. Вот перед отъездом уже больше половины участка он скосил. Смотрите-ка, тут у нас опята растут. Ой, опята! Вот опята. Продолжают расти. А это шишки падают. Ой, шишки, говорю, орешки падают с орешника. Ну вот, идем собирать кабачки. Итак, кабачки собрали. Не так уж их много оказалось. Просто крупные, конечно. Ну, придумаю, что делать. А сейчас собираем помидоры и огурчики. Начну, наверное, вот с этих крупненьких. Или пусть висят еще. Да нет уже, наверное. Нет, так неудобно. Ой, неудобно, друзья. Простите, извините. Одной рукой неудобно. Вот я ножницы принесла. Сейчас соберу урожай и вам покажу. Вот такой урожайище тут висит у нас вовсю. И даже на земле. Вот такие красивые. Потом покажу. А здесь уже переросли. Ну, это вот этот огурец перерос. И вчера еще ночью практически на ощупь собрала. Несколько взяла. Вот. А так нормально. Да это еще не перерос. Все. Помидоры собрала. А теперь огурчики. Возьмемся за огурчики. Ну вот. Собрала урожай. А огурцы только переростки пока взяла. А остальные оставила. Ну, чтобы вы понимали размер всего этого. Вот корзина, она 45 сантиметров в диаметре. Вот такая она просто для цветов. Потому что это мне цветы дарили на каком-то из выступлений. Цветы давным-давно завяли много лет назад. А вот корзина осталась. И не одна, кстати. Довольно-таки много их у меня. Я и дарила их, и в деревню отвозила. Нет, в деревню не отвозила, вру, точно не отвозила. Так, ну что я? Вот эти решила оставить пока. Ой, смотрите, дыра.
Я думаю, что эту улитку возьму пока. Короче, вот вторая помидора, которую, я думаю, что улитка заела. А остальные вот в таком виде пока оставляю. Где у меня еще недозревшие плоды есть. Вот. Тут немножечко. Ну и вот так вот, друзья. Я понимаю, вам смешно от такого моего урожая многим. Ну а мне достаточно. Ну тем более после того, как меня напугали перед нашим отъездом в деревню, что все, ничего не будет, срочно все сорвать. Ну ой, ну вот, сорвалось. Смотрите, какая красота висит. Какая красота висит. Прелесть же. И эти тоже забурели. Ну вот, вот так, друзья. Пока не буду обрывать. Пусть дозревают. Видите? Это вот урожай за неделю. Ну что ж, пойдем. Вот такая у нас тут красота. Тут уже вот то, что Сережа скосил неделю назад. Видите? И как травка подросла опять. Ну, остальное вот сейчас будет косить. Другую половину. Даже меньше половины осталось. Время уже 10:30. Это Сережа поставил. Ой! Вот. Ну, Сережа уже, слышите, косит. Отец, слышь, рубит. А я отвожу. Вот. Ну и у нас так Сережа косит, а я вот собрала урожай. Ну, это мы вместе собрали. Обещала показать, показываю. Это наши поросята. Ну, а тут помидоры. Помидоры тоже, видите, какие огромные. Взвешивать не буду. Тут, конечно, никак у мамы килограмма нет, но я думаю, полкило-то есть. Вот такие помидорины. И там мелкие внизу тоже есть, конечно. Есть, вы их видели, я вам показывала. Ну и собрала вот переростки. Ну, несколько штук вот себе на обед просто сорвала. Эти все переростки собрала. Остальное оставила до завтра. Завтра у нас будут гости. Сережина дочь с семьей приедет. Так что у нас есть куда девать этот огромный урожайще. А мои сейчас в Анапе. Они только к нам заехали в Москву. Быстро-быстро, уже ночью, получили подарки от отца, от бабушки. И уехали, потому что рано утром они отправлялись с друзьями на машинах на нескольких в Анапу. Чуть-чуть только и виделись. Сейчас они на море кайфуют. Только фотографии в WhatsApp присылают. Вот так вот в пруду еще не убирались. Нимфеи отцвели. Похвастаться нечем. Ну, всего доброго, друзья. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч на моем канале под Купавинским небом.